Всем доброго дня! Сегодня я направляюсь на фестиваль крепких алкогольных напитков под названием «Крепкий мир». Данный фестиваль уже проходит в 9-й раз. Чем вот радует Москва и близость с ней, что здесь очень много всяких разных мероприятий, интересных и не очень для кого-то. То есть можно найти на любой вкус, на любые предпочтения, чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь. Я, конечно, не подумайте ничего плохого, алкоголем не увлекаюсь. Вот, но смотрите, обвешан рюкзаками. Меня пригласили как видеооператора. Так что, если кого-то интересуют услуги видеооператора, небольшая реклама, пожалуйста, обращайтесь. Могу снять для вас свадьбы, видеоотчеты, рекламы. Вот, периодически здесь будут появляться на канале видео про съемки, потому что это неизбежная часть моей жизни теперь уже стала. Особенно, когда такая близость с Москвой. Здесь довольно много заказов, желающих. Поэтому welcome, обращайтесь. Так вот, сейчас я иду в метро Саларьево, доеду до Амбер Плаза, на метро Менделеевская, там рядом. Вот. И постараюсь, может быть, что-то вам показать, как проходит данный фестиваль, какие крепкие алкогольные напитки там представлены. Саларьево сегодня радует погодой. Уже почти 9 утра, светит солнышко. И очень тепло, наконец-то. Может быть, уже лето вступит в полные свои права, и мы сможем насладиться им в полной мере. Насчет дороги от дома, вот так как мы живем в 9-м корпусе, то нам приходится до метро, чтобы быстрее добраться, идти по другой стороне, не по той вон красивой аллее, а по вот этой, пока что еще не очень. Но у нас здесь есть гора. Скоро ее облагородят. Перед ней тоже, надеюсь, скоро все засадят. Может, какую-то красоту наведут. Ждем, ждем с нетерпением. Ну, а пока что здесь грязновато. Вдоль дороги почему-то не везде есть ограждение. Отчасти опасно ходить. Но пока что здесь трафик не такой большой. Машин не так много ездит. Так что нормально. Впереди вон Саларис, наш огромный торговый центр, вы все его знаете. Все хочу на него тоже сделать небольшой обзор, пройтись по нему с камерой. На Новослободской, на Кольцевой, выход в город был временно закрыт. Пришлось перейти на Менделеевскую, на серую ветку, и пройтись чуть подальше, до Амбер Плаза. Вон она уже впереди меня виднеется, сейчас вам ее покажу. Вот здесь, значит, сегодня будет проходить это мероприятие «Крепкий мир», фестиваль крепких алкогольных напитков. Вход со двора, наверное. Маски, перчатки, не знаю, обязательно нет. Но стаканчики на входе можно приобрести фирменные и из них потом пить. Сейчас зайдем, вам все более детально покажу. Вот мы уже внутри, получил браслет. Оборудование. Скоро начнется мероприятие, часов в 11, где-то полчаса осталось, и тогда начнется самое интересное. А пока что идет подготовка полным ходом. Вот такие интересные девушки там сзади. Предполагается очень крутое шоу, очень крутая выставка. Много алкоголя, много веселья и мастер-классы. Сейчас началась часть с лекциями, рассказывают интересные факты на сцене. Прям позади меня. Как образовались вина, откуда они пошли, кто их придумал. Воюя с разными странами, перемещала источник вина из страны в страну. И первым, самым рекомендую к посещению. Много нового узнаете.
много всяких разных напитков, как вы видите, и справа от меня, и слева от меня. Крепкие напитки, также есть более легкие. Вот здесь вот шампанские, игристые. Прям лед. Так что приходите, пробуйте. Ром, виски, коньяки и даже видел водку. Также для производителей, кому интересны бочки для хранения напитков. Пока что еще народу не так много, но после обеда обещает быть гораздо больше. Народу реально прибавилось. После 2 часов стали запускать всех. До 2 было индивидуальное, корпоративное для производителей. Как можете видеть, сзади меня очень много народу. Сейчас попробую пройти сквозь толпу, чтобы стало понятнее, насколько тут увеличилось число. Интересного лично для меня — это Волковская пивоварня. Попробовал их апу. Вкусно. Пока что из наших пивоварен, которые делают бутылочное, самое вкусное. Вон они сзади меня. Вот и подошел к концу съемочный день. Был я там с 10 утра до 7 вечера практически. Сейчас домой уже поеду, наше любимое Саларьево. Хороший фестиваль получился. Вон Эмбер Плаза. Надеюсь, все запомнили, куда надо ехать на следующий фестиваль. Он проходит 2 раза в год. Так что, you're welcome. А с вами был канал Юр Видео. До новых встреч!